двери закрываются. Следующая станция – Пионерская. Для вашей безопасности держитесь за поручни. Станция Пионерская.
Парус. Следующая станция Багратионовская. Что за контент я сейчас снимаю? Да? Встал. Этот вообще стоит на перегоне. Хорошо, что я на него не успел сесть. Стоять бы начал. Фу. В общем, ситуация такая, как вы сейчас заметили по видео, часть путей на Филевской линии, именно в основном на открытом участке путей, некоторые пути затоплены. Я даже офигел, если честно. Я забыл, что после дождя вот такая дичь происходит. Так, как там у нас поезд? Ну, в общем, такой контент я сейчас подснял. Не, я на это вообще не рассчитывал. В общем, вот такой сбой работы Филевской линии. Горит красный, потому что впереди идущий стоит. На перегоне из-за дождя, из-за потока воды, который там образовался на путях. В общем, такая жесть. Что происходит вообще? Я, наверное, не буду сейчас прям рисковать. Я и так уже рискнул очень сильно. Из-за того, что я забыл, что часть пути вообще затоплены. Частично, можно так сказать. Я не знаю, зачем я-то вообще сюда сунулся, на Филевскую линию. Именно во время такого трэша. Я в итоге не стал сейчас ехать дальше. Решил тут выйти и подснять контент на станции Филевский парк. Там рабочие стоят, чтобы откачать воду. В общем, полная жесть тут происходит, тут на Филевской линии метро. Ага, поезда нет. Там-то я никого не видал. Рабочий ходит по путям, несмотря на то, что напряжение на контактном рельсе есть. Я не знаю, но тут, в принципе, есть специальные двери служебные, чтобы спуститься на перегон. Вот люди туда и спустились с помощью этой дверки. Сейчас долгое время не будет поезда, потому что поезда на открытом перегоне будут сейчас ехать медленно. Вон там уже поезд подъезжает. Но я в этот раз рисковать прям не буду. Мало ли остановимся, и хрен знает, сколько простоим на перегоне. Вот он, едет. Медленно очень едет, конечно, но да ладно. Это что за жесть сегодня происходит? Я даже превьюшку сделал. Ой,
скольжение, походу, из-за воды. Сейчас должен, по идее, еще один подъехать поезд. Вот он на Багратионовке стоит, я вижу даже краем глаза. Сейчас этот поезд также медленно будет отправляться, потому что те пути, которые на открытом участке, еще раз повторюсь, затоплены. Но пока они хотя бы не сильно, иначе бы поезда бы вообще встали. Но я бы сказал, затоплены частично. Что тоже есть нехорошо. Не есть хорошо, нехорошо. Так, там поезд. Перегон. Багратионовско-Филевский парк. Как там? В принципе, я хотел, планировал снять всю линию Филевской линии метро. Но оборвалась по причине затопления путей на открытом участке. Например, как Филевский парк, Кунцевская. Не, на Пионерке все нормально. Вот Пионерская, Филевский парк, Багратионовская, может даже и Фили, немножко потоплены. Ну, как-то так. А, он еще и едет. Но нормально. Я не буду сейчас, наверное, садиться в поезд. Так, как там у нас пути, участки? Ага. В принципе, там затоплены те участки, там, где стоят службы метрополитена. Участки там и затоплены. Затопленные участки. Обалдеть. Я на это вообще не подписывался. На эту дичь. Вот даже отсюда капает. Ну, понятно, это дело. Ливень был пару часов назад. И вот такая жесть происходит на станции. Станции потоплены немножко. Но это еще, мягко сказано, самая жесть на перегоне. Ай, на меня капнуло. Ну да ладно. Лифт в конце платформы. Но мне на лифт все равно, потому что сейчас у меня другой контент. Именно более прям, можно сказать, интересный в плане затопления. Я вообще на это не рассчитывал, что я вот такую дичь сниму. Но, походу, судьба мне предоставила вот такой вариант событий. А там службы метрополитена ходят по путям, когда поезд уже подъезжает к станции. Не знаю, садится или нет, но я бы, конечно, не сел в таком случае. Потому что я не знаю, сколько поезд может простоять. Может, 3 минуты, 5. А я этого не хочу. Так что сейчас буду тут снимать контент. Не знаю, или все-таки рискнуть. Но я бы, конечно, не стал бы рисковать в данном случае. О, даже можно фотосессию из чего сделать. 7-й маршрут. Ну, все поезда сейчас будут ехать именно с таким интервалом завышенным, потому что вот еще один подъехал. И тоже сейчас будет как минимум уезжать. Так, этот пободрее прям
разогнал. Ага, и сразу тормозит. А он сейчас вообще вовсе встанет, не боюсь. Встал. В общем, поезд сейчас стоит на уличном перегоне. Что требовалось ожидать в таких ситуациях? Ну, что ж поделать, елки-палки. Вот он стоит. Поехал. Но я в таком случае реально рисковать как-то не хочу. Вот так вот встанет. Но это сразу поехал, а другой там предыдущий не сразу поехал. А, там уже и подъезжает потихоньку поезд. Я как-то даже побаюсь сейчас садиться. Да уж, вот это, конечно, погодка в Москве. Что даже немножко линию затопило. Встану где-нибудь здесь. Да и буду снимать. А, по-моему, опять стал. Встал. Уважаемые пассажиры, по техническим причинам поезда следуют с увеличенным интервалом. Ага, вот теперь вообще сказали. Но я не буду повторять, конечно, вы и так прекрасно слышали, что поезда будут вообще ходят с увеличенным интервалом. А я даже пока стоял на Кунцевской, вообще не понимал, почему поезд... Да, поезд... поезда нет. Вот он едет там. По-моему, такое чувство, он не едет, а стоит. Ну а так, по факту, он едет. Едет, но с маленькой скоростью. Он там уже подъезжает. Следующий. Я не знаю, откуда у меня столько смелости хватило прям поехать прям именно в этот момент по Филевской линии, когда часть пути затоплена. Вот это интересует. Вот он едет. Ну да, чуть-чуть видно, что он едет. Если, конечно, он не стоит. Да, такое чувство, он вообще стоит. Да, чуть виднеется, что он едет, но... Я, пожалуй, вообще рисковать не собираю, не буду. А, офигенный момент остановочки. Перекачка у нас, мне кажется, вот здесь у нас должно быть. А, он встал, тот, который сюда едет. А вот отсюда, это может ключ. В кабине сидит начальник станции. А, нет, едет. Блин, на что ему? План. Не знаю. Я, наверное, уже буду снимать видос непосредственно на Багратионовке, потому что... Вот, так, 4 машиниста в кабине, нифига себе. Ну, я, конечно же, в этот раз поеду на автобусе.
Нафиг оно надо. Но пока я имею, хотя бы такой ситуации нет. На ПЛ, на Кунцевской прям. Сейчас поезда не стоят прямо на этой станции, а прям как сразу открывают дверь и практически сразу объявляют, начинают. Потому что как минимум все должно по расписанию идти, а не как попало. Парадный поезд? Чего? Так, ладно, я отключусь, потому что мне надо потом начать уже как раз, продолжить, точнее, снимать как раз на Багратионовке, а может даже на Филях. Но это не точно. Аварийная служба там что-то делает. А, ну да, правильно. Ладно, буду уже немножко прерывать видос, продолжу, как буду уже либо на Багратионовке, либо на Кутузовской. Посмотрим. Так, нахожусь рядом со входом на станции Багратионовская. Как раз собираюсь заходить вовнутрь. Посмотрим, что у нас там происходит. Ну, пока свободно. Потом начнется какая-то жесть. Ну, служба, аварийная служба метро стоит тут у нас. По карточке сейчас попробую зайти. По-моему, какой поезд подъезжает. Ну да. А, нет, наоборот, отправляется. Ну не знаю, ну раз бодро отправился, значит там дальше все нормально. Ну а так есть подозрение, что и на Филях такая же дичь. Багратионовка. Там дальше уже сухо, вроде как. Но я на всякий случай не поеду.